В отличие от Европы и Штатов, которые исключительно хотят получить ресурсы Украины, хотят захватить, попиратствовать там, ну и еще и попутно развязав военные действия с Россией, это их мечта, это понятно, это уже долгие годы. А почему это их мечта? Вот вы... Посмотрите, я сейчас вас слушаю, вы просто... Как, знаете, вы не согласны? Как... Я лишь не согласен. Вы как цитируете, знаете, методичку какой-нибудь такой вот прям реально пропагандистской программы. Когда у тебя под боком государство, которое там биологическое оружие разрабатывает, ядерную бомбу мечтает о том, чтобы создать... огромные силы скапливает и бомбит в течение 8 лет своих же людей, то ты не можешь оставаться в стороне, и как раз-таки вся эта спецоперация и призвана для того, чтобы остановить войну. Вот мне даже, у меня полное ощущение, конечно, что я прям вот действительно с героем ток-шоу на Первом канале разговариваю.